Если картофель в кладовой позеленел, его все еще можно есть? Под прямыми солнечными лучами он становится зеленым из-за вещества под названием хлорофилл. Это зеленый пигмент, необходимый растениям для производства пищи в процессе фотосинтеза. Чтобы картофель не зеленел, нужно хранить его в темном, хорошо проветриваемом помещении. Сам по себе хлорофилл безвреден, но когда его количество в картофеле увеличивается, оно вызывает появление солонина. Это вещество содержится в помидорах, баклажанах и, самое главное, в картофеле. Из-за солонина овощи не только становятся горькими на вкус, он также может вызвать и серьезные проблемы со здоровьем, например, с пищеварением. Лучше воздержаться от употребления зеленого картофеля, но всегда можно проверить, годен ли он в пищу, попробовав его. Если вы почувствуете горечь, то лучше его выбросить. А как насчет пророщенного картофеля? Можно ли его есть? Снова, тут многое зависит от солонина. Если картофель в целом выглядит хорошо и на нем есть всего пара маленьких ростков, их можно удалить и спокойно съесть овощ. Однако это будет не самый красивый картофель. Поэтому, если вы готовите блюдо, в котором нужны овощи без изъянов, лучше отказаться от слегка пророщенного картофеля и использовать его для супов или пюре. Но если ваша картошка выглядит так, будто у нее выросли руки и ноги, то лучше сразу ее выбросить. Она будет горькой на вкус, так что в итоге вы просто зря потратите время на ее приготовление. Какие еще советы помогут вам улучшить свои кулинарные навыки? Например, совет, как нужно мыть фрукты и овощи с твердой кожурой, скажем, дыни или огурцы. Если просто помыть их под проточной водой, этого может быть недостаточно. Лучше использовать специальную щетку для чистки. Она уберет всю грязь с кожуры. Так бактерии не попадут с ваших овощей на разделочный нож или доску. Любите мясо на гриле? Тогда вам нужен пищевой термометр. Если вы опытный повар, то сможете определить на вид, готово ли мясо. Но если вы не уверены, готов ли продукт, термометр вам пригодится. По словам специалистов, целые куски мяса должны достичь минимальной внутренней температуры 60 градусов, прежде чем их можно будет подавать. Рыба должна разогреться до 63 градусов, а мясной фарш – до 71. Птицу или предварительно приготовленное мясо, например, хот-доги, необходимо разогреть до 74 градусов. Чтобы безопасно хранить все купленные вами продукты до конца недели, необходимо убедиться, что ваши бытовые приборы работают правильно и настроены на нужную температуру. Например, температура в холодильнике должна быть 4 градуса или ниже. Что касается температуры в морозильной камере, то она должна быть минус 18 градусов или ниже. Термометр может пригодиться и здесь, чтобы проверить, правильно ли работают ваши приборы. К счастью, в наши дни большинство этих устройств оснащены встроенными термометрами. Хотите принести с собой продукты на барбекю-вечеринку соседей? Мясо, птицу и морепродукты нужно транспортировать при температуре не выше 4 градусов. Для этого можно использовать контейнер для льда. Просто не забудьте перед этим поместить его охлаждающие элементы в морозильную камеру. То, как вы складываете продукты в холодильник, может влиять на их качество. Сырое мясо, например, нужно хранить на нижней полке, подальше от свежих продуктов и готовых к употреблению блюд. У вас когда-нибудь отключали надолго электричество? После такого всю еду из холодильника нужно выбрасывать. Если холодильник не работал всего несколько минут, то в этом нет ничего страшного. Иначе же лучше избавиться от всех скоропортящихся продуктов. Что касается консервов, нужно учитывать уровень их кислотности. Продукты с высокой кислотностью – помидоры, грейпфрут и ананас – могут храниться от 12 до 18 месяцев в закрытом виде. Консервированные овощи, мясо, птицы и рыба могут храниться дольше, от 2 до 5 лет, при соблюдении надлежащих условий хранения, и если сама банка остается неповрежденной. Если банка заржавела или на ней есть неровности, лучше от нее избавиться. Кислые продукты тоже нужно хранить с осторожностью и не использовать для них реактивную сковороду. В кухонной посуде используется алюминий, потому что он хорошо проводит тепло. Но хранителю готовить еду в алюминиевой кастрюле может быть не совсем полезно. Томатный соус, например, может повредить алюминиевую или чугунную сковороду, и это отразится как на вкусе, так и на цвете блюда. Лучше всего приобрести набор сковородок из нержавеющей стали, покрытых эмалью или керамикой. Многие блюда становятся вкуснее, если ингредиенты предварительно мариновать. Это лучше делать в холодильнике. В комнатной температуре в них начнут размножаться бактерии, что может быть опасно, если только потом не готовить эти продукты при высокой температуре. Кроме того, никогда не используйте жидкость для маринада повторно. Первое правило, когда вы готовите инструменты для приготовления ужина. Несколько разделочных досок для каждого вида пищи. Одна для морепродуктов и мяса, а другие разделите между овощами, фруктами и выпечкой. Это лучший способ избежать перекрестного загрязнения на кухне. Лучше всего иметь хорошую бамбуковую доску. Этот материал практически не впитывает влагу и почти не повреждается ножами. Он более устойчив к бактериям, чем любой другой вид древесины, и к тому же дольше служит. Не говоря уже о том, что такая доска выглядит очень круто. Яйца могут доставить много неприятностей, если хранить их неправильно. Но вот вам пара советов. Свежие яйца можно употреблять в пищу в течение 3 недель после покупки. Храните их в оригинальной упаковке. Яйца, сваренные вкрутую, нельзя хранить больше недели, независимо от того, в скорлупе они или нет. И, наконец, блюдо из яиц можно хранить в холодильнике в течение 3-4 дней. Можно ли это есть? Иногда мы видим странные пятна на картофеле и думаем, не выбросить ли его. Вот вам 10 фактов из серии «Съесть или выбросить». Знаете ли вы, что каждый год только в США выбрасывают 53 миллиарда килограммов продуктов? Это означает, что почти 40% всех продуктов питания в Америке оказываются в помойке. Люди выбрасывают продукты, если не уверены в их качестве. Они проявляют осторожность, и в этом есть смысл. Но что, если еда безопасна для употребления и только выглядит странно? Первый пункт в списке – говядина. В отношении мяса люди особенно осторожны, и это правильно. Представьте, что вы купили в магазине сырую говядину. Позже вы замечаете, что на ней появились коричневые пятна. Вы готовитесь выбросить ее, но на самом деле это нормально. Вы можете увидеть коричневые слои и внутри говядины. Ярко-красный цвет означает свежее мясо, да? Не обязательно. Когда мясо только разрезают, оно бордового цвета. Если мясо быстро упаковать в вакуумную упаковку, оно сохранит этот оттенок. Но если мясо находится на воздухе около 15 минут, то под воздействием кислорода его цвет меняется на красный, который по мере биохимической реакции переходит в коричневый. Это может занять несколько часов. Работники продуктовых магазинов заново режут мясо несколько раз в день, чтобы добиться ярко-красного цвета, поскольку знают, что потребители с опаской относятся к бордово-коричневой говядине. Если говядина завернута в кислородопроницаемый пластик, то под воздействием кислорода она становится ярко-красный. Если мясо хорошо пахнет и хранилось надлежащим образом, его можно есть независимо от оттенка. Вы когда-нибудь сталкивались с темными линиями под панцирем креветки? Объяснение здесь примерно такое же, что и с говядиной. Черные линии на мясе креветки связаны с естественным явлением. Они постепенно появляются после того, как креветку достают из воды. Мясо подвергается воздействию кислорода, и со временем чернота становится более заметной. Здесь также может сыграть роль окраска животного. Эти черные линии могут быть естественной частью окраса. Как и, например, у кошек, окраска у креветок может быть разной, хотя они относятся к одному виду. В следующий раз вы можете провести маленький эксперимент на своей кухне. Положите пару креветок рядом друг с другом и поищите мелкие различия в их окраске. Когда креветки перестают быть съедобными, у них появляется отчетливый неприятный запах. Поэтому, если нормально пахнут, не выбрасывайте их. Стоит ли есть йогурт с плесенью? Зеленая субстанция на поверхности выглядит совсем непривлекательно, но если ее убрать, под ней окажется чистый йогурт. Короткий ответ – выбросить. Плесень видна только сверху, но, скорее всего, она проникла глубоко. В лучшем случае йогурт будет невкусным. Многие виды плесени безвредны, но некоторые выделяют токсичные вещества. Зеленая плесень – это разновидность пенициллиум. Звучит знакомо? Это тот же вид плесени, который используется в антибиотике пенициллине. Не радуйтесь раньше времени. Заплесневелый йогурт не поможет вылечить бактериальные инфекции. Это просто испорченный продукт. В 2013 году с одной линией йогуртов произошла неприятная история. Компания передала продукцию в магазины, как обычно, а через некоторое время покупатели начали жаловаться. Они говорили, что йогурт выглядит как йогуртовый суп и на вкус очень старый. Похоже, один из видов грибка выделял углекислый газ. Из-за этого упаковка наполнялась пузырями и вздувалась. Компания и независимый эксперт заявили, что этот грибок не опасен для людей. Тем не менее, более 200 человек предъявили жалобы. Что ж, такое бывает. Вы должны доверять своему чутью. Если увидите плесень в только что открытой упаковке, свяжитесь с производителем. Уведомив компанию о системной проблеме, вы поможете предотвратить будущие потери продукта и убережете других покупателей от неприятностей. Кроме того, компания, возможно, захочет загладить свою вину и либо заменит испорченный йогурт на свежий, либо, что еще лучше, подарит вам купоны на бесплатные продукты.